товарищи! Здравия желаю, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Поздравляю вас с Днем Победы! Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм.